Карагандинские школьники – самые умные в Казахстане. Это стало ясно после прошедшей в Алматы олимпиады по моделям экономического и социального развития республики. Столь сложная даже для взрослых тема покорилась нашим юношам и девушкам. Из южной столицы, где проходила олимпиада, они привезли в общей сложности 14 медалей разного достоинства. К тому же они были признаны лучшей олимпийской командой. Мы встречаем своих учеников, это 92-я гимназия, ведущая гимназия в городе Караганды. Наши учащиеся участвовали на республиканском конкурсе научных проектов по разным направлениям: этнокультура, история Казахстана и многие другие. И вот мы встречаем своих учащихся, которые неоднократно являются призерами республиканских конкурсов. Наши ребята во время встречи на вокзале были слегка удивлены большим количеством встречающих, учителей, родителей, родственников. Все школьники планируют и в дальнейшем продолжать совершенствовать свой потенциал и заниматься научно-исследовательской деятельностью. Мы съездили на республиканский конкурс научных соревнований по проектам. Очень довольны, что туда поехали. Мы очень благодарны своему народу, своему президенту за то, что они нам дают такие возможности показывать себя, показывать свои таланты. Спасибо им за это большое. Мы съездили в Алмату, отдохнули в таком хорошем санатории, нас очень хорошо встретили. Соревнования были тяжелыми, было около 500 научных проектов со всего Казахстана. Мы очень рады тому, что мы там участвовали, очень рады тому, что у нас получилось занять первые места. Мы смогли занять общекомандное первое место впервые за всю историю. Что ж, с такой талантливой молодежью можно быть уверенным, что у нашей страны большое будущее. Эти молодые ребята доказали, что благодаря своему интеллекту в будущем им по силам свернуть любые горы.